Начинайте. Это из корабли из священной земли и соленые губы твои. Катастрофически тебя не хватает мне. Жгу электричество, но не попадаю я. Воздух толчками, пульс на три счета та. Бьет в переносицу, я знаю, все знаю я, но катастрофически тебя не хватает мне. Катастрофически тебя не хватает. Где-то есть корабли у священной земли и горящие губы твои. Мы срослись плавниками камикадзе. Выползают на отмель, чтобы в лед задохнуться, чтоб недолго по краю умираю. Катастрофически тебя не хватает мне. Жгу электричество, но не попадаю я. Воздух толчками, пульс на трещок, та-та-та. Бьет переносицу, я знаю, все знаю. Катастрофически тебя не хватает мне. Катастрофически тебя не хватает. Катастрофически. Бьет переносицу, я знаю, все знаю. Корабли священной земли, соленые губы твои, соленые губы твои. Это было мощно. Послушайте. Ребята, я не знаю, как вы решите, я сейчас обращаюсь к жюри, но я могу сказать так. Действительно, мне очень нравится, что у вас есть стержень, и что вы вот в этом поле, о котором говорил Володя, это очень важно. Поэтому я вам желаю удачи. Я, конечно же, говорю «да». Спасибо большое. Да. 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 И я, конечно же, говорю «да». Вы талант, и его видно. Это настоящий талант. Спасибо. Два «да». Валерий Яковлевич. После первой вещи я немного так шуганулся, потому что в какой-то степени потерялась романтика вот этой классной песни из «Чародеев». Но после второго номера стало гораздо лучше на душе, потому что у вас появились вот эти надрывные трагические нотки, которые всегда, будь на концерте ты или сидя как зритель у телевизора, ждешь вот этих вот трагических, как одной какой-то нотки, которая сорвется где-то там на самом своем финале. И это прозвучало. Эти ноты прозвучали вот сейчас. Спасибо, да. Спасибо вам. Три «да» и резюмирующий вердикт от Михаила Боярского. Я полагаю, что в ней есть действительно что-то первозданное, живое, органичное, очень присущее только ей. То есть ее сразу можно отличить от многих в силу индивидуальности, скажем так. Поэтому да. Четыре «да». Юлина Попова проходит четвертьфинал.